ягодичный мостик с эспандером. Исходное положение. Ноги согнуты в коленном суставе. При подъеме мы должны образовывать прямой угол между голенью и задним бедром. При подъеме таза кверху стараемся разводить колени максимально. Сопротивление нам задает здесь эспандер. Таким образом... Ну, мне снизу кажется нормально. Ну-ка, еще разочек. Нормально все делаешь. Просто тебе эспандер сейчас немножко великоват, поэтому ты его чувствуешь в самом конце. Если бы он тебя старался бы колени сближать, да, как можно ближе к друг другу, то тебе было бы уже тяжело так удерживать. В целом все отлично.